В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. Первое июля – Ярилин день. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом дне. А пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 18, плюс 26. В городе Ефремове – плюс 18, плюс 27. В Белеве – плюс 19, плюс 26. На Московске – плюс 17, плюс 26. По прогнозам 1 июля температура в Туле будет колебаться от 19 до 26 градусов по Цельсию. Малооблачный, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 70-85%. Ветер западный до 7 метров в секунду. Возможно, небольшие возмущения. Первое июля – день Ярилы. Этот день был посвящен богу Ярили. Существует мнение, что он был богом любви, богом страсти, богом солнца. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.